Наряду с Чебоксарами еще одной площадкой празднования Дня Республики в 2021 году станет Шумерлинский район. Такое решение приняли сегодня на заседании Кабинета министров Чувашии. В план будущего года вошли традиционные деловые мероприятия, такие как Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка «Регионы. Сотрудничество без границ», предпринимательские форумы «От идеи до экспорта. Делай бизнес». Уже запланированы культурные и спортивные афиши праздника. Все запланированные деловые, культурные и спортивные мероприятия будут проводиться с учетом ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике. Развитие сел и деревень Чувашии – одна из ключевых вопросов совещания. В 2020 году на строительство школ, детских садов, объектов водоснабжения, дорог было выделено более 4 миллиардов рублей. Хорошие результаты дала программа инициативного бюджетирования. За год реализовано более 3000 проектов. По инициативному бюджетированию всего в 2020 году будет отремонтировано 329 автомобильных дорог, 124 объекта коммунального хозяйства, 126 мест массового отдыха населения, 96 мест захоронений, 63 детские игровые площадки, 52 объекта соцкультсферы, обустроен 31 водный объект. Для обеспечения пожарной безопасности будет очищено 13 водоемов, отремонтировано 4 объекта мер пожарной безопасности. Эта работа будет продолжена. И здесь очень важно как раз реализовать тот подход, который мы называем синхронизировать. Тут есть возможность, Александр Владимирович, многие проекты уже разработаны по водоснабжению у вас находятся. Да? Там, понятно, здесь надо посмотреть. Имеется в виду именно сельских населенных пунктов, дома культуры и так далее. Но очень важно, чтобы люди были вовлечены, а мы учли их мнение уже на стадии разработки проекта. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.